так долго искала ракурс, чтобы показать в одном кадре вам все. И красивейшую погоду, и, конечно же, прекрасное настроение, и куча много идей. И, конечно же, вот эта замечательная коробочка, которую я хочу распаковать вместе с вами. Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И в сегодняшнем ролике у нас распаковка посылки. И не только. Это новые идеи, конечно же, для вас. Как же хорошо иметь друзей. Я расскажу немножко предысторию этой посылки. Недаром там сейчас стоят вот эти две замечательные красивые сумочки. Поэтому, кто любит рукоделие, кто любит распаковки и кто любит доброту, этот ролик для вас. Я хочу рассказать предысторию этой посылки и как она и почему у меня появилась. Когда я творила вот эти две сумочки, я применяла здесь, вот в этой сумочке, два деревянных донышка. А в этой сумочке салфетка льняная, собственно говоря, из которой эта сумка сделана, сшита. И все это было из магазина или торговой площадки Т-декор. Еще была третья сумочка, где я тоже использовала вот это деревянное донышко, и она очень понравилась моей дочери. И как бы она сделала мне заказ и сказала, что она хочет такую же сумку. Но донышек у меня больше не осталось, и я, естественно, их стала искать. Поискала в интернет-магазинах в разных, и потом как будто какая-то идея осенила меня, а почему бы мне не обратиться к своим друзьям? Зачем искать где-то? Я написала письмо в Т-декор. Менеджер у меня Антон. Антон, привет! И просто спросила, могу ли я заказать донышки в рамках сотрудничества для нового проекта, то есть вот этой сумочки. Причем мне хотелось сразу сотворить еще одну вот такую сумку из салфеток, только немножко другого цвета. Ну и, конечно же, мне нужно было донышко для сумки из джута для дочери. И я получила ответ: Елена, да, конечно. Радости не было предела, потому что была еще одна приписка, что я вам еще в посылочку положу кое-что, что у нас есть в магазине, и вам это обязательно понравится. Вот это как раз доброта, людская доброта, которая так нужна в наше сложное время. Я даже не стала спрашивать, что это, потому что вот предвкушение вот этого сюрприза и ожидание этой посылочки добавляло некоторого драйва, что ли. Мне не хотелось узнать, что же это еще, и я дождалась посылку. Т-декор, я тебя обожаю. Антон, благодарю, от всей души благодарю за все то, что вы мне положили, так скажем, в рамках своей доброты. Ну и давайте не буду вас томить, и сейчас мы откроем посылочку. Я честно скажу, что я ее уже открыла. Я знаю приблизительно, что там находится, что я заказывала для нового проекта. Это, может быть, будет сумка, но еще возникло, пока я рассматривала это все, еще возникли кое-какие идеи. Итак, долго не буду томить, давайте же откроем эту посылку. Но вначале обратите внимание, как простая коробка, обклеенная вот такой вот фирменной лентой от Т-декор, уже поднимает настроение, выглядит как подарок. И с какой же аккуратностью там все сложено. Давайте посмотрим. Итак, волшебный сундучок открыт. Давайте я начну, пожалуй, с самого вкусного. Это как раз тот сюрприз,
о котором я даже не знала. Ну, во-первых, посмотрите, как аккуратно сложено все в этой коробочке, с какой любовью. Я не знаю, как вы, а я просто всем своим телом, всем своим нутром чувствую вот эту доброту и любовь, с которой все это укладывалось вот в эту коробочку. Итак, напомню, что торговая площадка Т-декор интернет-магазин идет по пути развития. Там я уже даже не знаю, сколько наименований товаров. И каково же было мое удивление, давно не заходила к вам. И вот в этом сюрпризе, как будто Антон мне говорил: посмотри, мы шагнули вперед. И сейчас в нашем магазине даже есть продукты питания и вот такие вкусности. Мармелад желейный. Посмотрите, 320 грамм. Здесь практически нет ничего химического. Вот если вы, вот я сейчас максимально приближу, не буду все это читать, но здесь нет ни одного Е. И все это изготовлено у нас в России. Это изготовлено Иваново. И стоит такая коробочка, я, конечно же, все ссылки оставлю. Это просто какое-то, ну, не знаю, это, наверное, чудо и подарок. 320 грамм, по-моему, 84 рубля. Конечно же, будем это покупать. Я потом поставлю чашечку чая или кофе, попробую и расскажу вам о своих впечатлениях. Но я уже вижу, уже слюнки текут. 84 рубля коробочка. Да, и не забывайте, что на этой площадке существует система, бонусная система. Ссылку я оставлю. И если вы регистрируетесь и делитесь своей собственной ссылкой среди ваших друзей, знакомых, в своей семье, вы получаете бонусы, которые копятся у вас в личном кабинете. И вы можете в следующие свои заказы расплачиваться, оплачивать вот этими бонусами. Это не просто баллы, это ваши денежки, которые не сгорают. И если по вашей ссылке покупают товар ваши друзья, вам идет 3% от суммы заказа ваших друзей. По-моему, неплохо. И еще не забывайте, что ценами на этой торговой площадке цены мы можем регулировать сами. Голосуйте за любой товар. И если товар набирает 9 голосов, то есть 9 человек хотят получить этот товар с 25% скидкой, то на неделю этот товар уходит в распродажу со скидкой 25%. Это еще один вот такой вот бонус. И, ну, я не знаю, очень редко можно найти что-то подобное в интернет-магазинах. Дольки в шоколаде, тоже 320 грамм. Это, наверное, тот же мармелад. Потом распакую, положу на тарелочку, посмотрим, что же это. И здесь тоже нет, вообще нет химических добавок, ну, кроме там каких-то натуральных красителей. Это просто грандиозный шаг со стороны изготовителя в сторону здорового питания. Рекомендую. Попробую и тоже вам расскажу о своих впечатлениях. Вот это все мне пришло в подарок. Это тот сюрприз, который я так ждала и не знала до последнего, пока не открыла эту посылочку. Смотрим дальше. Дальше. Вот такой набор для курицы. Это специи. Здесь нет опознавательных знаков. Я тоже думаю, что это изготавливается в Иваново. Смотрите на эту упаковку. Вот это натуральная бумага. Все как в детстве. Я помню, что в такой бумаге был раньше лавровый лист. Набор для плова. Здесь куча всяких специй. К сожалению, нет, ничего не показано, что там. Но я открою, тоже понюхаю и расскажу о своих впечатлениях. Ну, скорее всего, какие-то травки, перец. В общем,
все распечатаем, посмотрим. И еще что из продуктов мне положил Антон, это набор для первых блюд. Такое впечатление, что они одинаковые, но, возможно, есть какая-то разница. Но эти пакетики, это приятно держать даже в руках. Даже не хочется, честное слово, пересыпать в какие-то стеклянные баночки, как обычно мы это делаем. Ну, потому что упаковка там, я сейчас открою, скорее всего, вот эта вот пластиковая защелка, знаете, да, чтобы не выдыхалось. Ссылки на все товары я, конечно же, оставлю. Еще раз огромнейшее благодарю за такой подарок. Ну и, конечно же, дальше идут наборы для рукоделия. Покажу и расскажу о ценах. Это самые дешевые и самые красивые донышки, которые я вообще могла найти. По поводу этих донышек, пока я не распаковала. Когда я искала их в других интернет-магазинах, я видела цены. И поверьте, цены в 2-3 раза вот здесь дешевле, чем в интернет-магазинах. В одном интернет-магазине, не буду делать рекламу этому интернет-магазину, но я им часто пользовалась, я нашла эти донышки. Донышки, вот, которые я использовала вот в этой сумке. Это вот донышко 20 на 15. Обычная деревянная, безо всяких изысков, просто деревянная донышко. Так вот, вот такое донышко в этом магазине стоило самое дешевое 240 рублей и выше. И там, значит, была такая сноска, что если вы поделитесь ссылкой и покажете нам, что вы найдете этот товар дешевле, мы продадим вам это донышко по той цене, которую вы нам укажете. Я, конечно же, поделилась ссылкой, что в Т-декоре эти донышки стоят 78 рублей. Девочки, внимание, 78 рублей. И отослала им ссылку. Конечно же, это был фейк. Никто мне не продал донышки по 78 рублей. И мне, конечно же, никто не ответил. Так что больше я в такие игры не играю. Я буду заказывать донышки и все, что мне нужно, в Т-декор. Настроение зашкаливает просто от этих чувств, когда я прикасаюсь к этим товарам для рукоделия. Там еще есть салфетки, о них попозже. Посмотрите, как все запаковано и как заботятся о клиенте. То есть вот это вот пупырчатая упаковка для хрупкого товара. Вот в нее были запакованы вот эти донышки. Сейчас расскажу о размерах, о цене. И, конечно же, ссылки все увидите под этим видео, под словом «Еще». Мои хорошие, стала выкладывать продукты из коробки, чтобы распаковать вот эти донышки. И нашла еще что-то. Я вот эту картонку и не приметила сразу. Это еще один из сюрпризов, которые я нашла вот в этом волшебном сундучке. Даже не знаю, что это. Сейчас буду распаковывать и разбираться. Антон, еще раз большое благодарю. Давайте прочитаем вместе с вами, что же это такое. Салфетница «Девушка с зонтиком». Интересно. И вторая такая же штука, которая лежала в коробочке, которую я не заприметила. Но сюрприз он и должен быть сюрпризом. Видите, даже салфеточка положена, что это салфетница. Вторая вот такая красивейшая красная девушка. Это тоже салфетница, но девушка в танце. Интересно. Сейчас все распечатаем и посмотрим, что же это за салфетницы. И расскажу о цене.
Друзья, вы посмотрите на это чудо. Разборная фетница, которую можно разобрать и собрать буквально за минуту. Какая красота! Это же надо иметь такую фантазию, чтобы вот из натурального дерева это все соорудить. Но больше всего меня удивила эта цена этой салфетницы. Ссылки все я оставлю у вас на канале под вкладкой «Еще». Рекомендую, посмотрите на эту прелесть. Все разбирается в считанные секунды. Вы видели, вот здесь вот пазы, несколько деталей, и салфетница готова. И вот сюда мы вставляем, то есть одеваем эту нашу девушку, а в данном случае девушка с зонтиком, и вот танцующая девушка. То есть в эти пазы мы вставляем салфетки, и получается вот такое красивое платьице. Ну, естественно, по мере использования мы будем раздевать нашу девушку за столом. То есть существует еще некая вот такая игра. Рекомендую. 137 рублей стоит вот это чудо. И если за него проголосовать, то можно еще и купить со скидкой 25%. Посмотрите, какая красота. В общем, сейчас рассмотрим донышки еще, которые я заказала. Я расскажу о новых планах, о новых проектах. И потом вместе с вами попробуем мармелад и попьем чайку. Итак, друзья, распаковала все я, все донышки, чтобы не шуршать. Вы уже видели, в каком виде их отправляют покупателям. Вот в таких вот пакетиках, кроме вот той пупырчатой упаковки, лежали ручки. И, конечно же, у нас грядет череда. Я думаю, что это будет не один проект и не одно видео. В голове просто рой каких-то идей, и сколько же красоты мы с вами натворим. Т-декор люблю, помню Т-декор навсегда. Итак, вот такие две ручки я заказала. Очень гладкая, я думаю, что здесь даже покрыта лаком. Полностью деревянная ручка. Цена за две ручки, имейте в виду, на Алиэкспресс продается по одной ручке. И люди, всегда покупающие, там всегда попадают в какие-то непонятки, когда открывают посылку, а там вместо двух ручек идет одна ручка. Ну, потому что, а может быть, вам нужна одна ручка. С Т-декором такое не проходит. Здесь все ручки продаются по две. И вот такая деревянная ручка, посмотрите, очень хорошего качества, нигде ничего не поцарапано, легкая, приятная на ощупь. Вот эта ручка, у меня здесь стоит рядом компьютер, 285 рублей за две ручки. Потрясающе, красота. Следующие ручки, вот такие, я все продумывала, чтобы, а как ее крепить. Вот с такими отверстиями. Здесь, кстати, тоже есть отверстие, чтобы потом ее пришить как-то к сумке или к полотну. К авоське, что будет у вас. А вот такая ручка, сейчас посмотрю, стоит 311 рублей. Опять же, ручки за них проголосовали. Нас, видимо, рукодельниц много. И каждый товар набрал 9 голосов и на неделю попал в распродажу. Я сейчас вам покажу, что я... Ой, тут, наверное, не видно будет. Вот, видите, 25% скидка. Это значит, что этот, за этот товар проголосовали. Вот они, две эти ручки. Была 416 рублей, стала 311,25 одна. И вторая тоже была 380, стала 285. Хорошая экономия, поэтому пользуйтесь этой функцией. Голосуйте за понравившиеся ваши товары. И, возможно, на неделю товар попадет в распродажу и купите его дешевле. Вот такой щедрый Т-декор. Итак, ручки я вам показала. Теперь давайте покажу, какие донышки я выбрала.
Вот такая планируется сумка. Я не знаю, вязаная она будет из простой пряжи или из джута. Вот такое вытянутое овальное донышко. Сейчас посмотрю, сколько стоит это донышко. А стоит оно опять в распродаже, не поверите, 87 рублей 75 копеек. Можете себе представить. А вот такое маленькое донышко, меньше, я уже говорила, что я нашла в своем любимом магазине. И оно там стоило около 500 рублей. Так что имейте в виду, самые дешевые и самые красивые донышки. Вот такие два донышка я заказала тоже для сумок. Это донышко стоит, опять же, по распродаже. Та же самая цена, 78 рублей 75 копеек. В это сложно поверить, что такие цены. И еще хочу сказать, моя посылка весила почти 3 килограмма. И я посмотрела цену за доставку. Самая, наверное, дешевая цена. 185 рублей за почти 3 килограмма. Это вот цена доставки. У нас по Москве сейчас самая дешевая доставка 300 рублей. Это самая дешевая. Так что имейте в виду, что заказывать в этом интернет-магазине очень даже выгодно. То есть вот такие две пары. Ну, будем считать, пусть по 80 рублей. Представляете? Это у нас уже три сумки. Ой, я еще отхватила вот такое немножко вот это вот, видите, сейчас покажу. Вот это донышко узкое, но подлиннее. А вот это донышко немножко пошире, но покороче. В общем, со своей жадностью, со своими идеями, представляете, сколько у нас будет красоты. Возможно, даже какую-то сумку из связанных я разыграю на своем канале для вас. В общем, будет какой-нибудь конкурс. Напишите мне, как вы смотрите на такую идею, чтобы организовать конкурс по вязанию какой-нибудь сумки авоськи. Ну, цена та же самая на это донышко, 78-75. Это вот все вот эти вот донышки по этой цене. И посмотрите на эту красоту. Как вы думаете, что это будет? А это будет сумка. Сумка, и это будет боковина сумки. Сейчас вот так покажу вам на солнышко. Мы свяжем просто дно здесь, возможно, даже из джута. Конечно же, я закрою, дырок здесь не будет, но будет вот такой красивый рисунок. Это все закроется с другой стороны, возможно, тканью. Может быть, использую джинсу. У меня, кстати, есть идея по поводу джинсы. Кстати, очень хорошая идея. А не соорудить ли нам сумочку, вот эту вот красивую? Из джинсы. Так, сейчас скажу, сколько стоит это донышко. Итак, донышко вот это стоит, донышко или боковушка, как хотите, крышка на корзину, но все на что хватит вашей фантазии. 240 рублей вот эта красота. Опять товар из распродажи, так что я не гарантирую, что вы когда будете заказывать, что он будет еще в распродаже, торопитесь. Стоит 240 рублей, вообще 320. Но даже за 320 рублей, я думаю, что очень хорошая цена, чтобы создать шедевр. К этому донышку я заказала вот такое деревянное, то есть, видите, они по размеру 30 сантиметров в диаметре для сумки. То есть, одна часть будет вот такая закрытая. Значит, это тоже стоит 247 рублей. Почему-то даже вот это донышко дороже, чем вот это ажурное цветочки бабочки. А вот это будет сумка. С одной стороны вот такая красота полностью закрытая. С другой стороны вот такой ажур, да, вот такое донышко с цветочками. Думаю, что будет неимоверно красивая сумка. Ну и последний товар. Вот это просто шик. Это
на дереве, причем это натуральное дерево сплошное. Вот такой вот узор. Тоже сумка. Значит, донышко вот это стоит 391 рубль, самое дорогое. И к нему, конечно же, я тоже заказала вот это, которое 240-247 рублей. То есть ответную часть. Вот столько сумок я планирую соорудить. То есть, понимаете, здесь делаем, обвязываем это все и делаем донышко. Можем сделать как прямое, можем сделать вот с таким наклоном, как в маленькой сумочке, которую я вам показывала. А ручки у нас есть вот так вот, да? Сделаем вот такую форму боковинок. А вот, ручки есть. Осталось найти только время, придумать, как обвязать. Ну вот, уже практически сумка готова. Солнышко выходит в тени. Не хочу. Хочу, чтобы вам все было видно, поэтому вот так вот двигаю на солнышко. Так что, друзья, запасайтесь, пока придет посылка. Я думаю, что я продвину свои дела по вязанию. У меня сейчас 3 проекта. И мы с вами приступим вязать вот такую красоту. Ну и последний товар, который я хочу вам тоже показать. Это вот такие льняные салфетки. 171 рубль стоит одна вот такая салфеточка, вот такого джинсового цвета. Я их заказала 2. Вот она, видите, с одной стороны, причем вот лицо почему-то вот такое серое, а изнанка вот такая серая с ярко-голубым цветом. Мне, почему изнанка, потому что этикетка, вот, видите. Это чистая льняная, я не знаю, может быть, хлопок здесь есть, давайте сейчас посмотрим. Сейчас посмотрю. 171 рубль, повторюсь, стоит... Лен, 100% лен. Вот вы видите. Это салфетка. И почему я ее заказала? Это я планировала соорудить еще 2 вот такие сумки. И хочу заняться именно вышивкой. Это же тоже салфетка из льна и тоже из Т-декора. Вот из этой салфетки, кто со мной давно на канале, родилась вот такая сумка. И мне понравилось вышивать вот именно вот не крестиком, а вот какие-то фантазийные узоры. Нашла уже даже канал, где, ну это можно сказать, такая вязаная вышивка, я бы сказала. Там такие чудеса творятся на этом канале. Если не забуду, ссылку оставлю на этот канал. Так вот, вот эти салфетки я заказала в Т-декоре, чтобы попрактиковаться, ну, потому что лен, и очень хорошо получится вышивка. Чтобы сделать сумку. Но, возможно, сейчас идеи приходят прямо на ходу. Я сделаю вязание, крючок плюс ткань, и, возможно, мы еще сделаем топ из этих 2 салфеток. То есть здесь будет вышивка. А возможно, как-то будут соединяться этот топ кружевом. Ну, это вот все мои мысли вслух. Значит, 171 рубль стоит вот такая чистая льняная салфетка. И еще 2 салфетки, которые я заказала. Вот такого серого цвета. Тоже чистый лен. Вот эта салфеточка подешевле. Сейчас подсмотрю, сколько стоит. Опять же, салфетка по распродаже. 119 рублей стоит одна вот такая салфетка. Сложно поверить. Чистая льняная салфетка 119 рублей. Посмотрите, какой беспорядок. Творческий, красивый беспорядок у меня здесь образовался. Ну, конечно же, я много-много поубирала. Ну, а теперь давайте попьем чайку. На посошок, да? Друзья, я не дождусь, когда закипит мой чайник. Я уже попробовала вот этот мармелад. Я не могу донести до вас вкус,
но это вкус детства. Т-декор, я готова заказывать каждую неделю вот эти сладости у вас. Не в рамках сотрудничества. Лёшек попробовал и говорит: Лена, я это буду заказывать просто так. Потому что это неимоверная вкуснота. Тем более здесь нет, я уже как-то вам говорила, что Лёша всегда смотрит, из чего сделан продукт. Здесь нет химии вообще. И цена 84 рубля за 320 грамм, это просто вообще ни о чем. В Москве такой мармелад просто не купить. Друзья, я вам желаю хорошего настроения, вкусного чаепития. Я благодарю еще раз торговую площадку Т-декор. Антон, громаднейшее спасибо за то, что отозвались на мою просьбу. Я вас всех очень-очень люблю. Ну и на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Надеюсь, он вам был интересен. Ждут очень много красивых, очень красивых проектов. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова и торговая площадка Т-декор. Пока-пока!